Привет всем любителям драм. Предлагаю прослушать обзор к турецкому сериалу «Любимое прошлое». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Судьба разлучила трех сестер еще в юности. Они жили в разных местах и не виделись много лет. Однако таинственное послание, которое получает каждая, заставляет их бросить все и отправиться на поиски друг друга. Это оказывается очень сложной задачей, ведь девушки давно утратили связь, ничего не зная о жизни родных. Их встреча не похожа на счастливое воссоединение. Она ставит перед каждой из сестер новые вопросы. Приоткрывается завеса семейных тайн, которые грозят перевернуть привычный уклад жизни. Как жить дальше, зная, что все, во что ты верила до сегодняшнего дня, ложь? Кто из вновь обретенных родных людей твой друг, а кто ведет двойную игру? В центре сюжета – порывистая, активная ИПЕК, которая привыкла стоять на своем, достигая цели во что бы то ни стало. С самого начала сериала девушку ждут нелегкие испытания, способные сломить ее сильный характер. Еще один главный герой – Синан. В детстве он пережил множество унижений и побоев и сейчас ненавидит насилие, особенно по отношению к женщине. Это не мешает ему иногда быть высокомерным и резким в общении. Как сложится жизнь молодых людей, когда их пути пересекутся? Параллельно мы будем наблюдать за судьбой двух других сестер, не менее запутанной и сложной. Невозможно остаться равнодушным к этой полной загадок драме. Она еще раз напоминает о том, что решение, когда-то принятое одним человеком, может изменить судьбы многих на годы вперед. Актеры Эмре Кинай, Эджи Услу, Севдай Эргинджи, Сечкин Аздемир, Бурак Имантюрк и другие.